Пять каскадеров лезли ввысь по кручам на Памире, но сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханою и власть народную спасли, но их осталось трое. Три каскадера шли в песках, плелись едва-едва. Один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер-штурмовик, и их уже один. Один вернулся ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому и, главное, себе. За рюмкой, коротая дни, он сжег себя дотла, и снова встретились они, такие вот дела.